Дни культуры Алтайского края пройдут в Москве. Коллективы региона выступят на сцене музыкального театра «Геликон Опера». Кроме того, актеры Алтайского театра «Мускомедии» покажут в столице мюзикл «Ползунов». В рамках Дней культуры наш регион представит новые книги, изданные в крае. Будут наши проекты там представлены, и наши авторы, даже мы такую возможность предусмотрели, наши авторы будут, сопровождать свои книги, будут общаться с читателями.